Всем привет! Сегодня я расскажу о классных бюджетных марках и ароматах, о их плюсах и о минусах. Первое, что приходит на ум, это ароматы от Demeter. Из плюсов у них огромная библиотека запахов, есть шокирующие ароматы типа Funeral Home, это похоронный дом, пахнет лилиями, правда, и немножко формалинчиком. Вот, барбекю, запах зомби. Также есть миленькие ароматы, типа ароматы из коллекции Принцесс, Золушка, там все остальные. Вот, из минусов. Они плохо хранятся, быстро портятся. Ну и стойкость не очень. Ароматы от Сальвадор Дали. Очень прикольные ароматы. Они проверенные временем. Они вас не шокируют какими-нибудь ароматами, не знаю, гвоздей или больницы. Также имеют множество разных форматов. То есть тут есть ручки, миниатюрки разнообразные. Миниатюрка, кстати, стоит не более 500 рублей в имагах. Из минусов? Минусов нет. Подписывайтесь в профиле «Вторая часть».